Вокруг так много хаоса, как никогда высокая инфляция, ядерная война — очень вероятный сценарий. Казалось бы, Белому дому следует обратить внимание на эти вещи, но у Джо Байдена другие приоритеты. Он пригласил в Белый дом мужчину, переодетого в женщину, притворившегося женщиной, потому что этот режим должен заставить вас говорить очевидную для вас неправду, чтобы окончательно подчинить и контролировать вас. Его имя Дилан Малвейни, он популярен в ТикТоке. Вот некоторые из его работ. «Я девушка первый день, и я уже плакала 3 раза. Я написала едкое письмо, которое не отправила. Я заказала платье, которое мне не по карману. И когда кто-то спросил меня, как дела, я сказала «хорошо». Хотя это не так. Я девушка третий день, и я уже стала развратницей. Развратницы в деле. Я забыла, что моя промежность иногда отличается от промежности других женщин, потому что моя не похожа на карман Барби. И мы все признаем, что иногда у женщин что-то выпирает. В общем, он упражняется в унижении, очевидно. Он показывает палец настоящим женщинам. «Я первый день девушка, я плакала из-за платьев!» Кто-нибудь из феминисток укажет на то, как это оскорбительно? Конечно, нет, им заткнули рот. Итак, этот парень говорил один на один с президентом США. И этот президент, который получил 81 миллион голосов избирателей, не выходивших из дома, сказал, что правительство официально поддерживает увечье детей во имя того, что называется коррекцией пола. Смотрите. «Господин президент, это мой 221 день публичной трансформации». Благослови вас Бог. Спасибо. Считаете ли вы, что штаты должны иметь право запрещать коррекцию пола? Я думаю, штаты не должны иметь права делать это. Ни в моральном, ни в юридическом смысле. Я думаю, это неправильно. Да, это неправильно, не калечить детей. Но опять же, это оскорбительная карикатура на женщин и женственность. И мы подумали, что будет интересно поговорить с настоящей женщиной. Райли Гейнс закончила университет Кентукки, и пока она была там, нас заставляла ее соревноваться с мужчиной, переодетым в женщину. Ей это не понравилось, и ей хватило храбрости сказать об этом. Она снова присоединилась к нам. Мы всегда рады видеть тебя, Райли. Итак, ты женщина. Только что ты узнала от этого парня, что если ты девушка, ты много плачешь и переплачиваешь за одежду. Исходя из твоего опыта, в этом заключается суть женственности. Во-первых, он не использует слово «женственность». Он использует слово «девичество». Насколько это тревожно. Когда я увидела его, то первым делом подумала, что это сродни блэкфейсу. Афроамериканцы, вполне справедливо, пришли бы в ярость, если бы я использовала грим и сказала бы, что я афроамериканка, и создала бы ТикТок-канал под названием «Будни черного человека». Давайте скажем, что Дилан пытается изображать женственность. Это именно так. Это мужчина, фетишист, который с радостью сваливает в кучу все стереотипы о женщинах, такие как макияж и наряды, наличие груди, использование тампонов, наличие менструальных циклов, и использует все это, чтобы показать, кто мы и за что мы боремся. Но женственность не должна быть умственным расстройством, которым страдают мужчины. Это действительно умственное расстройство. Неважно, делайте, что хотите. Но когда президент США поддерживает это и, глядя в камеру, говорит, что не соглашаться с этим и отказываться подыгрывать в этой гротескной и отвратительной шараде каким-то образом аморально, насколько это унизительно для страны? Это очень унизительно. У нас есть женщины, которые добились удивительных успехов в изучении рака, создании вакцин и так далее. Но их не признают выдающимися за их достижения. Вместо этого мы восхваляем мужчину, который называет себя женщиной и говорит, что понимает женственность лучше нас. Это очень забавно! У нас был замечательный часовой разговор, и ты рассказала, как всю жизнь тренировалась, чтобы стать пловчихой в колледже. И в самый последний момент какой-то чувак вмешивается и убирает тебя и других женщин с пути, и они называют это победой феминизма. Верно. Вот во что мы превратились как страна. Не нужно удивляться. Мы пришли к этому. Но я думаю, женщины начали понимать, что это неправильно. Уже имел место бойкот компании Ulta. Если вы смотрели их видео, там есть 2 мужчин, которые говорят о том, что значит быть женщиной. И женщины признают, что это не то, что нас определяет. Да, конечно, ведь люди мирятся с этим, и в этом вся суть. Они будут мириться с чем угодно, хотя не должны. Райли Гейнс, спасибо еще раз за твою смелость и ясность изложения взглядов. Спасибо. Спасибо, Такер.